Завершилось голосование на лучшее оформление ледового катка в рамках конкурса среди городских округов и муниципальных районов. По итогам рейтингового голосования за каток ФИС общественной организации Федерация хоккея с шайбой и волейбола Амурского района, расположенный по адресу проспект Строителей 29, проголосовало 642 человека и занял второе место среди муниципальных районов Хабаровского края. Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края наградит призера дипломом и спортивным инвентарем.